27 января отмечается 69-я годовщина снятия блокады Ленинграда. Эту дату не оставили незамеченные активисты ивановских молодежных движений. На площади Победы около памятника Георгию Победоносцу они организовали пикет «Наш вектор держава». Цель мероприятия – пропаганда патриотизма, который, по словам молодежи, должен стать идеологией всей страны. В связи с этим, по мнению организаторов акции, необходимо пересмотреть 13-ю статью Конституции, которая запрещает нашей стране иметь государственную идеологию. Именно патриотизм, который закладывается в будущее нашей страны, именно в детей самого раннего возраста. Это любовь к родине, это знание истории, это почитание и уважение предков, вот, и желание жить и творить дела во благо нашей страны.